Всем привет, ребята, с вами снова я, Гордей. И вы, наверное, уже видели трейлер этого ролика. Играем в Progress Bar 95, вторая часть. И да, ребят, вы, наверное, уже посмотрели мою первую часть по игре Progress Bar 95. Кто еще не смотрел, то тогда я ссылку на видео я вам оставлю в описании. Ну и сегодня мы будем продолжать развиваться в игре Progress Bar 95. Погнали! Если что, в начале нового видео по этой игре у нас будут изменения. Короче, я буду вам рассказывать, что изменилось. Такая же система запуска, и вы, наверное, уже обратили внимание под надписью Progress или же по-другому macOS, там написано закрыто. Собрать все ПК Progress Bar от Progress Bar 95 до Progress Bar 1X, или же можно задонатить. Вот эти вот макбуки, это все они. Но недорого стоят, не знаю как, может быть задоначу, но не знаю. Ну что ж, ребят, выбираем Progress компьютер. И у нас запускается Progress Bar. И сегодня у нас цель добить операционную систему Progress Bar 95+. Если что, сорян, что в прошлый раз там некоторые вы меня не слышали, но просто так было. Я не учил и тихо разговаривал. Сейчас буду громко и четко. Ну что ж, ребят, выбираем операционную систему Progress Bar 95 и погнали. Итак, ребят, все, у нас запустилась операционная система Progress Bar 95. Ну и сейчас я проверил звук, чтобы вам громко не было. У нас такое же меню, нажимаем запуск, загрузить нашу игру. И, в общем-то, уровень 4 у нас обычный. Не надо. Вот, уровень 4, погнали. Вы же, наверное, все знаете правила игры, так что давайте уже начинать. Если что, здесь уже уровни посложнее, как вы, наверное, уже можете заметить. Да хватит. Ребят, с наибольшим... Ну, короче, каждый уровень становится сложнее. О, 3X, это мне надо. Ребят, обязательно. Серый не надо. О. Мусор.txt. Блин, несу счастье. Какое ты счастье несешь? Ты мне только мешаешь играть. Недоделанный. Ура! У меня все идеально. Правильно, 100%, неверно. 0%. Плюс 1 хп. Далее. Итак, ребят, переходим на 5-й уровень. Обычный. Ну, короче, это сколько мы всего заработали. Поздравляем. Вот. За выключение вчера нам еще дали 500 очков. Ладно, далее. И нам дали диск 80 мегабайтов. Апгрейд новый. Мы открыли новый апгрейд. Следующая будет звуковая карта. Далее. Итак. Progress Bar 95+. Нам еще осталось добить немного. Так что погнали дальше. Одно у нас уже выполнено. Это мои системы. Ну, и у нас одна только Progress Bar 95, так что специально для преданных игроков
Играйте в игру 7 дней подряд, чтобы его получить. 7 дней подряд, ребят, услышали? Так что давайте 7 дней подряд играть в эту игру и получим систему Progress Bar 3.14. Это еще старее версия. Вот это. Оставьте, пожалуйста, отзыв. Скажите, что думаете, поделитесь идеями. Не, нам не надо, мы сейчас играем. Уровень number 5. Мина. Какая нафиг мина? Ты о чем? Вы это видели, как она в цирке выступала? Вот это поворот. Меня ужали у тебя лопат. И у нас сразу 50 очков. Фух, слава богу. Удираем, удираем. 65%, 70% поймал. Блин. Девяносто! Как мы быстро развиваемся так, ребят. Ау, где синяя? 90. Не успели. О, успели. Ура! И снова так же. И снова у нас так же, как и в прошлый раз, плюс 1 хп. 6 уровень. Мы сегодня пройдем уровень про и закончим. Далее. Итак, ребята, прогресс апгрейдов у нас. Скоро у нас будет новый апгрейд. Это звуковая карта. Ничего не изменилось, вроде так бы. Системные требования. Что? Что это? Не знаю, короче. Новый рабочий стол. Мы еще этот с вами не пробовали. Ой, как красиво. А что это за мусор? Это пища для вреда. Перетащить ее в иконку вреда. Ведра, точнее. А, то есть можно даже управлять. Вкусненько. Ведро — это цифровой питомец. О нем необходимо заботиться. Чистить, кормить мусорными файлами, хорошо разговаривать. Делайте ведро счастливым, чтобы получить бонусы. В противном случае будет катастрофа. Мне скучно, расскажи мне сказку. Пожалуйста. Да, конечно, давным-давно жило красивое ведро. Как приятно. Ой, это так мило, ребят. Эта игра стала в 100 раз лучше, чем я думал. Так, прогресс-бар, это отключение рекламы. Прогресс-бар бесконечный. Включает без рекламы и все текущие и будущие скины. Отличный выбор. О, так, прогресс-бар 95+, и без рекламы. Прогресс-бар мы получим бесплатно же. Мне вот хочется посмотреть, что это за мими. Это, походу, меми, походу. Какой-то мемы. Мемс, так сказать. Виста. Семерка, 81. Ребят, почему файлы сделаны из нулей и единиц? Это... Как приятно. Все, мы сделали ее приятнее. Давайте теперь загрузим нашу игру. И у нас открылся новый уровень. Это поймать 13 собак. Давайте его сейчас попробуем пройти.
Собачка. Опен. Минус одно сердце. Нажмите кнопку для... чтобы продолжить. Как вот играть вообще? Я не понимаю. У нас есть вот эти штучки. Какие-то. Не знаю какие. Итак, тут у нас есть две двери. Чё? А! Так здесь можно обходить же. Я не понял. Спасибо за правила. Ребят, на самом деле игра прикольная, можно так сказать. Вы, наверное, в нее уже поиграли все. Давайте сейчас до 100 добьем и все. Так. Бонусный. Ура! 55! Ой. Ой. Ой-ой-ой. Ой! Ой! А-а-а! Я застрял! Офигеть! Ведь я же с телефона играю. Дальнюю ошибку. Чё? Сканировать. Ладно, перезагрузим. А сейчас я не разбираюсь. Ребят, я что-то не разбираюсь в этой игре. Лучше все-таки обычные. Ребят, многие, наверное, знают такую игру. Ведро нейтральное. Главное. Похвалить. Люблю тебя. Так, запуск, загрузить. Восемнадцать уровней. Обычный. Number six. Я думаю, что с каждым разом уровни становятся все сложнее и сложнее проходить. Но это я не знаю. Как на ваше мнение, напишите в комментариях об этом. Вот эти я просто буду так уничтожать. Ну как вам идея? Напишите в комментариях. Интересно будет почитать. Офигеть. Блин. Блин, ребят, одну хп осталось. Кстати, вы, наверное, заметили, что когда мы там поймали там
Ну, короче, когда мы поймали не такую, которую я хотел, то там у нас типа появился синий экран смерти. Да, вы, наверное, знаете такую ошибку. Это псот. Можно его назвать синий экран смерти. Если что, я скоро вам покажу, как запустить псот на Windows 10. Это будет очень просто. Не скучал ты? Че? Слушайте, ребят, там какая-то собачка убежала. У меня подарок. Какой нафиг подарок? Далее. И седьмой. Блин, ну вот эти рандомы лучше не попадаться. Они опасные. Поздравляем. Итого у нас 13 тысяч очков. Офигеть. Итак, мы получаем новый апгрейд. Звуковая карта. Ковокс. Не знаю, короче, там что-то. И следующее у нас будет ЦП. Ну, короче, следующий апгрейд. Прогресс бар 95 плюс. Ничего не изменилось. Не знаю, как мы будем это проходить. А, по 6 мегабайтов. Нужно еще собрать. Новый фон рабочего стола, ребят, давайте посмотрим, как он выглядит. Там медиа-плеер включился. Итак, прогресс-бар 95 у нас. Похвалить, спасибо. Я, походу, очень много хвалил ведро, и у меня отключилось. Ведро. Прикольно. Игры такие можно купить себе. Ключики. Особые. А, это читы и новые программы. Бар ОС. А, это прогресс. Ясно. Загрузить игру. Бонусная игра. У. Вот это да! Вот это да! Вот это да, ребят. Здесь уже сложно. Намного сложно. Я уже тут немного ошибаюсь, потому что я такие уровни только первый раз прохожу. Честно, ребят, зуб даю. Да нафиг полетело. Блин. Я, походу, случайно желтую задел. Да, ребят, господи. Блин. Когда есть всего один час, поможет только он, Озон Экспресс. И снова псот. Стоп, я не понял, что у нас жизни не расходуются-то? Я не понял. Поймали, не поймали. Поймали. Сейчас пока без ошибок у меня уже получается немного. 2х. 2х. Синенькие. Блин. Голубой. Хо, уже легко. Ребят, мне уже легко удается. Да блин. Ребят, мы прошли. Офигеть. Я думал, уж не пройдем. Так, сейчас посчитаем, сколько у нас уже очков. Мы уже прошли игру 3D. Итого 22 тысячи очков. Нифига себе. И у нас новый
Апгрейд. ЦП. Применить. Далее. Системные требования. У нас осталось только 8 мегабайт добить, чтобы было 6. Чтобы... У нас сейчас пока 6 мегабайт, так сказать. И у нас открылся, как всегда, новый фон рабочего стола. Ничего не открылось такого. Обычный. А почему вы так медленно? Походу, с каждым разом, когда я собираю вот эти штуки синенькие и, вы уже поняли, голубые, там у нас все больше, все длиннее и длиннее становится. Кстати, у нас мусор появился. Мусор появился, так сказать. Блин, опять 500 выдали. Переигрываем. Слушайте, а какой нафиг переигрывать? А, ну ладно, потом. Добрый день, уважаемый. Мы поймали собачку, ребят, офигеть. Мы получили еще 10 очков. Вот это поворот, меня уже любчий лопат. Да, конечно. Поймали Бобика. Прикольно. Тут ты мешаешь. Windows. Bixby. Не понял. У нас остались 2 жизни, ребят, короче. Блин, сейчас уже становится все сложнее и сложнее. Я так и думал, что так будет. Не надо. Какая нафиг мина? Я же играю. Это не война. Это обычная игра. Это не войнушки вам. Мы не знаем, что будет, так что провали. Это, конечно, уже сложно. Попал. Не попал. Не попал. Попал! Творог искренне ваш. С любовью от сердца. Правильно достала реклама. Надо отключить ее. Так, плюс 10. Далее. 9 уровень. А потом 10 будет. Про. Бонус от собачки. Итак, ребят, итого у нас 12. 1900 очков за этот уровень. У нас новые апгрейды. Это Озу 8 мегабайт. Сейчас, походу, у нас будет новая операционная система. Ура! Прогресс бар 95+. Установить. Установка прогресс бар. Итак, ребят, у нас идет респавн перезагрузка компьютера. И давайте же откатимся на прогресс-бар 95+ с Невы. Ура! Наконец-то я обновился! Ю-ху! Ребят, посмотрите, как тут все обновлено. Офигеть. Так, ачивки. Зачем ты меня разбудил?
Извини. Извини, пожалуйста. Люблю тебя. Ладно, дальше спи. Больше не буду тебя будить. Сорян. Обычный. У нас снова эти 3D-шки пошли. А, теперь нужно зеленые собирать, ясно. То у нас были синие, а сейчас зеленые. Это типа у нас какой-то вирус. Ребят, да. Это типа какой-то у нас вирус завелся при скачивании. И нам нужно от него избавиться. О, бонусы не отстали. 3Х! Вот это поворот! 3Х, ребят. Вот это да. О, это легко. Сыграть в матрицу. А, это матрица была. Далее. Прогресс-бар. Прикол, ребят. Новый апгрейд. Диск 100 мегабайт. Итак, новая операционная система будет. А, прогресс-бар 98 у нас скоро будет. Ну и вот, посмотрите, какие нам требования нужны. Вот. Ну, короче, у нас этих требований нет, так что давайте же все-таки. О, новый рабочий стол. А, он такой же и есть, ребят. Смотрите. Ну что ж, ребят, и теперь. О, прикольно. Прикольно, ребят. Итак, ребят, давайте теперь посмотрим, какой же прогресс-бар круче. Прогресс-бар 95 или прогресс-бар 95+. Сначала стартуем для прогресс-бар 95. И посмотрим. Творог искренне ваш. С любовью от сердца. Блин, ну когда же уберут рекламу эту? Господи, наконец-то скоро мы закончим это видео. Ведро спит, не будем будить. Ну что ж, ребят, смотрите, это рабочий стол прогресс-бара 99-го, это рабочий стол операционной системы прогресс-бар 95. Чё я открыл? Ну, короче, вот рабочий стол, это у нас запуск так выглядит. Ну и давайте теперь уже запускать систему прогресс-бар 95+. Посмотрим, чем он отличается, и будем прощаться. Видео у нас, конечно, длинное получилось, но ничего, мы же старались. Черная пятница скоро, а тысячи товаров с суперскидкой уже на впрок.ру. И тут у нас уже золотые штучки. Ну, короче, вот. Вот так у нас выглядит рабочий стол прогресс-бар 95+. Вот так он выглядит. Круто. Даже лучше, чем прогресс-бар 95 обычный. Ведро у нас по-другому спит уже. И запуск у нас вот так вот выглядит. Включаем систему. И все. Ну, короче, ребят, если вам понравился данный видеоролик, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Но всем желаю, кто учится в школе, приятных пятерок. Огромных прям пятерок, кучу пятерок. Ну, а на этом все. С вами был Игордей. Сегодня мы открыли операционную систему прогресс-бар 95+, в игре прогресс-бар 95. Ну, а на этом все. Всем удачи и всем пока.